Сдержанная радость танцоров, выступающих за Турцию, говорит только о том, что они рассчитывают на большее. Во всяком случае, на большее претендуют. Ну а сейчас мы посмотрим, на что способны эстонцы. Ирина Шторк и Таави Рант, тренирующиеся под руководством мамы партнера Лео Рант, а также под неусыпным оком Елены Кусторовой, Ольги Рябининой и Светланы Алексеевой. Эстонцы уже много лет катаются вместе, и пока их лучшее достижение на европейском первенстве — это 11-й результат на все том же чемпионате Европы в Загребе. Кстати, там эстонские фигуристы не стеснялись подходить на комментаторскую позицию постоянно. Елена Глебова и танцоры, и, в общем, практически все эстонцы из сборной побывали на комментаторской позиции. Но у нас там тоже было немало ярких звезд. Ирина Шторк и Таави Рант из Эстонии в своем лучшем коротком танце в карьере на чемпионате Европы как раз в Будапеште в прошлом сезоне получили под 54 балла. Но это не позволило им по сумме набрать оценку выше 14 места. И они, кстати, на прошлогоднем чемпионате Европы обошли, знаете кого? Габриэлу Пападакиса и Гийома Цицерона. Шторкран стали 14-ми, а французы 15-ми. Да, разница была небольшой, но тем не менее. Это был даже не прорыв, а взлет в космос от Габриэла и Гийома в нынешнем сезоне. Судя по всему, вектор мировых танцев на льду медленно, но верно смещается в сторону Канады. Там как минимум две группы тренеров работают на высочайшем уровне. Крылова Камерленга и те тренеры, которых мы видим сегодня. Патрис Лузон, Роман Хугенауэр. В итоге сейчас из этих двух тренерских групп выходит очень-очень много качественных танцевальных дуэтов. Но тем временем обращаем внимание на то, что сейчас арбитры выставляют эстонцам.
оценки неплохие, но уровни не самые высокие. В частности, за элементы обязательного танца второй и второй, за дорожку третий, но отвезла и поддержка. Как водится, в этой группе участников идет самым высоким четвертым уровнем сложности. Компоненты, конечно, далекие от наших, далекие от датчан. И сопоставимые с тем, что мы увидели у Алисы Сальто. Интересно. У Агафоновой Учара оценка 53-27. У эстонцев будет, если не больше, то примерно сопоставимо. Сотые балла для Арины и Тави. И снова мы видим сдержанные улыбки. В общем, пошли уже претенденты на более высокие оценки. И сдержанно реагируют спортсмены на то, что им выставляют судьи в этой группе участников. Позвольте? Да. Позвольте. Следующий шаг в нашей программе.